Скажите, пожалуйста, вы олимпийские рубли принимаете? Да, конечно. Расплатиться олимпийскими рублями в ивановских магазинах не проблема. В отличие от других регионов, где некоторые торговые сети отказываются принимать такие деньги, опасаясь подделок. Для нашей области актуальнее другой вопрос. Где же взять олимпийскую банкноту? Александру Моисееву повезло. Я их получил в банке при размене долларов. Просто возвращался из-за границы, и нужно было поменять обратно на русские рубли. Вот. И так получилось, то, что у меня в пачке оказались 10 купюр, так сказать, нового образца, юбилейные. Счастливые обладатели олимпийских денег предпочитают сохранить монеты и банкноты на память, а не тратить их. Продавцы с нетерпением ждут, чтобы кто-нибудь расплатился юбилейными банкнотами за товар, но таких случаев пока не было. Мы видели эту денежку. У нас у нашего продавца знакомая приехала из Сочи и привезла такую денежку. Буквально дня два назад мы ее увидели, держали в руках. От покупателей не получали таких денежек. Для кого не проблема приобрести памятные монеты и банкноты, так это для нумизматов. Они всегда знают, что, где, когда и почем. Валерий Александров собрал все олимпийские 25-рублевки, которые уже есть в ходу, и ждет с нетерпением последней монеты с цветным изображением факела Сочи 2014. По его словам, добыть олимпийские деньги по номиналу сейчас можно только по знакомству или благодаря большой удаче. Цена на первую монету, которая вышла в 2011 году, самая большая, она вот сейчас порядка 120 рублей. Потому что уже не так часто встречается. Но если вот выпустят опять в этом году еще столько же монет, может цена опять измениться. Вторая и третья монета где-то можно в районе 100 рублей купить. И последняя монета сейчас вот еще просто первые монеты уже были по 350 рублей просили. Сейчас упала цена до 80 рублей. Я так думаю, что может быть еще уменьшится до 50 рублей, можно будет ее купить. Цветные олимпийские монеты стоят гораздо дороже, от 1000 рублей и выше. Такие цены в ходу в Ивановском клубе нумизматов. В интернете их стоимость гораздо выше. Что касается бумажных банкнот, то первоначально их продавали за 600 рублей. Теперь цена упала до 250. Однако, чем ближе игры Сочи 2014, тем меньше вероятность, что удастся заполучить олимпийские рубли по номиналу. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.